Депутаты окружного совета от «Единой России» Татьяна Одинцова, Нина Гинтова, Вячеслав Киреев, Михаил Солнцев и Лариса Бархатова передали медикам 2 термопота, чтобы они всегда могли согреться и отдохнуть, либо наоборот взбодриться за чашкой кофе или чая. От главы нашего округа секретаря местного отделения партии Андрея Иванова поставили у медиков елку.